Ежегодно две серии футбольных симуляторов с переменным успехом сражаются за геймерские кошельки. Однако в этом сезоне у FIFA 08 немного шансов по сравнению с Pro Evolution Soccer 2008. Дело в том, что Electronic Arts пытается подсунуть нам, персональщикам, лишь слегка обновленную версию прошлогодней игры с новыми составами команд и чуть-чуть улучшенной графикой. А вот на консолях нового поколения выйдет значительно более качественная версия FIFA 08. Стоит ли сносить подобное издевательство, если компания Konami выпустит на PC абсолютно тот же вариант Pro Evolution Soccer, что и на современных приставках? Нам кажется, ответ очевиден. Проблемы японского футбольного симулятора хорошо всем известны. Konami постоянно недорабатывала по части удобства меню, визуальной презентации игры и лицензированию команд и футболистов. Впрочем, в нынешнем году эти проблемы решены, пусть и частично. Игровое меню более стильное и дружелюбное, чем раньше. Заметно увеличилось количество лицензированных команд, их теперь больше 250, включая московские «Спартак» и «Локомотив». Также явно похорошела графика, подправлена анимация, и футболисты наконец-то стали похожи на себя. Хотя, конечно, игра могла бы выглядеть и получше. Все-таки первоклассная картинка нынче — одно из условий успеха любого проекта. Что же касается геймплея, то он, как обычно, обещает быть на высоте. Главным нововведением стала система Team Vision, благодаря которой виртуальные соперники научились адаптироваться к твоей игре. То есть, если ты привык разыгрывать одну и ту же схему и забивать верняки, то в Pro Evolution Soccer 2008 этот номер не пройдет. Противник быстро сообразит, в чем проблема, и закроет лазейку. Игроку нужно постоянно менять свою тактику, как в нападении, так и в защите, иначе выиграть матч будет очень сложно. Впрочем, идеальных симуляторов не бывает. Есть свои проблемы и у Pro Evolution Soccer 2008. Футболисты с высокими характеристиками вроде Рональдини носятся по полю, словно едут на поезде, и остановить их задача не из легких. Будем надеяться, в релизной версии игры этот недочет будет исправлен.